5 копеек 1924 года. На реверсе в центре указан номинал, цифра 5. Под ней надпись «Копеек». Ниже год чеканки 1924, под ним круглая точка. Слева и справа колосья пшеницы, скрещенные внизу. Стебли пшеницы имеют продолжение, проходят вдоль канта и соединяются вверху над цифрой 5. На аверсе в центре герб СССР, образца 1923 года, с шестью витками ленты на колосьях пшеницы. По числу языков четырех союзных республик, образовавших в декабре 1922 года Союз Советских Социалистических Республик. Русском, украинском, белорусском, армянском, грузинском и тюркско-татарском. Между колосьями на фоне лучей восходящего солнца и планеты, размеченные параллелями и меридианами, скрещенный серп и молот. Над ними пятиконечная звезда. Под гербом прописана аббревиатура государства, надпись «СССР» с точками после каждой буквы. По кругу вдоль канта надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Гурт гладкий. Медная монета весом 16,38 грамма, диаметром 32 миллиметра, толщиной 2,4 миллиметра, чеканилась на Ленинградском монетном дворе, тиражом 22 334 021 штука. Средняя цена 400 рублей. Конкретно эта монета куплена за 100 рублей. Есть еще разновидность с рубчатым гуртом. Чеканилась на монетном дворе Бирмингема, Великобритания. Средняя цена 2000 рублей.